Темиров Лайв, с вами Арген Камалдинов, и это рубрика «По факту». В мессенджерах распространяется видео, где говорится, что афганцы направляются в Исфару. Мы решили проверить эту информацию, и вот что удалось выяснить. Видео старое. А если точнее, то мы нашли эти кадры в фильме, посвященном 60-летию 201-й военной базы. Он был снят в 2003 году, а сами кадры еще раньше. Это значит, что информация о том, что афганцы едут в Исфару, фейк. Уважаемые зрители, не поддавайтесь провокациям и не распространяйте фейковые новости. С вами был Арген Камалдинов, до скорого!